Привет, дорогие подписчики! Сегодня мы хотели показать вам способ, как сделать так, чтобы ноги не мерзли. Вот, если вы, к примеру, вот сейчас еще зима и морозы, и ноги, как часто, да, как правило, у нас мерзнут. Чтобы ноги не мерзли, есть такой простой лайфхак, которым мы пользовались, когда были маленькие. В детстве мы торговали на базаре и целый день торговали. Тогда, чтобы ножки не замерзли и были всегда у вас сухие, берете ножку, носочек одеваете тепленький. Далее берете газетку, укутываете ножку. Ноги никогда не замерзнут, даже плюс, даже в минус 40. И потом аккуратненько надеваете вот таким способом в вашу обувь. Аккуратненько. Лишние бумажки заправляете в штанишки. И у вас, даже вот когда у меня дедушка служил в армии, никогда ноги не будут мерзнуть. Также это можно использовать с портянками в кирзовых сапогах. В любой обуви ноги не мокнут. Они впитывают, бумага впитывает, соответственно, всю влагу. И в минус 40 никогда ноги не замерзнут. Пользуйтесь. Всем пока-пока.